Приветик всем! Я иду с почты, только что получила посылки с Китая, так что сегодня всех ждет обязательное видео, где я покажу, что я получила. Ну а сейчас покажу вам одно очень красивое место. Сейчас мы только дойдем до него. Вообще хотела извиниться, я, как видите, в последнее время редко выкладывала видео, но обещаю справиться. Скоро все будет намного чаще, и материал будет обширный и очень-очень интересный. Блин, иду, а за мной тут столько собак ходит. Я их так боюсь, если честно. Ну ничего, сейчас я дойду до этого места. Там открывается просто божественный вид. Как вид с горы на море. И отсюда будет даже виден зеленый остров. Когда-то я ходила туда в путешествие на зеленый остров, но это было еще до того, как у нас начались военные действия. Вот. Сейчас туда ни в коем случае идти нельзя, потому что там очень много мин. И в том году даже был случай, когда люди ходили туда и подорвались на мине. Да. Ну такая вот неприятная история. Итак, смотрите, мы уже приближаемся. Сейчас я вам всем все покажу. Нет, сейчас я переделаю по-другому секунду. Итак, вот, смотрите, вот это место. Ой, блин, чуть не упала, пока показывала. Ну, знаете, с телефона, конечно, плохо видно. Сейчас попробую дальше немножко отойти. Так, смотрите, вот оно море. Вон там вдалеке этот зеленый остров, вот я сейчас приближу. Вот, красота такая. Тут тоже не сильно видно, но вообще уже рыбаки повыходили. И очень-очень много лодочек. Но они в другой части города, туда, что я снимаю, сейчас не особо их много будет. Итак, ладно, побежала я домой. Сейчас буду снимать видео с распаковкой подарков, посылок. Итак, из того, что я сегодня получила по почте, это вот такая вот наклейка флеш-тату для тела. Я не удержалась, уже раскрыла перед тем, как начала снимать видео, что хотела сказать конкретно вот этой наклейке. И точно такие же покупала на украинском сайте в прошлом году, когда только появилась мода на вот такие вот украшения тела. И такая наклейка, вот такой вот слайдер, обошелся мне порядка 80 гривен один. А здесь же я заказала 10 гривен, то есть разница почти 8 раз. Советую всем не быть как я и заказывать на Алиэкспрессе. Из того, что тоже заказывала в последнее время, это вот такая вот, если распакую, я специально ее распаковывала, чтобы вам показать, вот такая вот штучка. Как многие сейчас знают, очень модно на купальник одевать какие-то украшения. Вот, допустим, я купила себе купальник Adidas by Stella McCartney, он полностью черного цвета, никаких выдающихся элементов в нем нет. Но если я одеваю вот этот вот элемент, то купальник сразу же играет совсем по-новому. Обошлась мне такая покупка около 14 гривен. Доставка, вот единственное, что я хотела еще по поводу доставки сказать. Раньше я все товары ждала порядка 3 месяцев, что мне очень не нравилось на Алиэкспрессе. Вот уже последняя моя посылка пришла за 20 дней. Еще на Алиэкспрессе я покупала вот такие вот 2 чехла на iPhone 5s. Цена 34 гривны за 2 чехла, доставка бесплатная, пришли они, как я говорю, уже, да, 3 месяца. Но что мне сначала не понравилось, они очень мягкие, вот, гнутся буквально от одного прикосновения. Но я с ними хожу уже несколько месяцев, это никаких дефектов особо не заметила. То есть, в принципе, можно покупать, деньги небольшие, не жалко, даже если с ними что-то случится. Еще я покупала на Алиэкспрессе себе вот такой вот чехол, тоже идет на iPhone 5s. Ну, это такая вот вещь для какой-то вечеринки, для какого-то мероприятия. На каждый день с ним неудобно ходить, потому что вот этот вот часть никуда не помещается. Если возьмете с собой маленькую сумочку клатч, то будет выглядывать из-за краев. Также я скоро жду новую посылку с Алиэкспресса. Там будет намного больше вещичек. Я обязательно сниму и покажу вам это все на видео. Спасибо большое за просмотр. И если нужны ссылки на магазины, которых я покупала, пожалуйста, пишите в комментариях, я обязательно все вам покажу. Пока-пока!